Пусковые операции на комбинированной установке гидрокрекинга по переработке тяжелых нефтяных остатков Мусоргского НПЗ вступают в новую стадию. Информация Белта. Подготовка к пусковым операциям началась на реакторном блоке комбинированной установки гидрокрекинга производства по переработке тяжелых нефтяных остатков. На днях на этом объекте провели загрузку катализатора IHOL-бункера временного хранения D311 и D312 реакторов секции 300. Эта непростая операция была проведена менее чем за неделю. Работы велись на высоте свыше 40 метров, рассказали на предприятии. Катализатор IHOL отличается от других используемых на заводе, поэтому при его загрузке пришлось применить специальные технические решения. Далее катализатор, предназначенный для процесса IHOL, будет подаваться отдельными порциями непосредственно в реакторный блок. Строительство комплекса гидрокрекинга тяжелых нефтяных остатков – самый масштабный проект в инвестиционном и производственном плане за всю историю предприятия. Его оценочная стоимость – более 1,4 миллиардов долларов. По сути, комплекс является заводом в заводе. Он включает три основные установки – гидрокрекинга тяжелых нефтяных остатков, производство водорода и производство серы, а также 21 объект общезаводского хозяйства. Реализация проекта позволит увеличить глубину переработки нефти до 90%.